Очищайте свои тела. Очищайте свое физическое тело, ментальное тело, эмоциональное тело, эфирное тело. Следите за своим кругом общения. Следите за своими мыслями. Следите за своими чувствами. Контролируйте себя на протяжении дня. О чем вы думаете? Находитесь ли вы в гармонии? Не думайте, что те выборы, которые вы делаете в течение дня, безобидны для вас. Ваши предпочтения, то, что вы выбираете, чем вы предпочитаете заниматься, накладывают на вас несмываемый энергетический налет, избавиться от которого бывает трудно на протяжении одного воплощения. Все, что вас окружает, представляет собой энергию, вибрации. И отдавая предпочтение несовершенным видам деятельности, вы добровольно накладываете на себя все больше и больше ограничений. Любое свойственное обычному человеку обыденное занятие, казалось бы, совершенно безобидное, может отложить ваше продвижение на пути на неопределенное время. Следите за тем, что вы делаете в течение дня. Сколько времени вы тратите на просмотр бесконечных сериалов, на разговоры в курилках, на общение с так называемыми друзьями? Так ли все это необходимо для вашего духовного роста? Вы не можете мгновенно освободиться от ваших пут, но вы можете это делать постепенно, день за днем, шаг за шагом, отказываясь от одной привязанности за другой, двигаться и двигаться по пути, никогда не останавливаясь и руководствуясь только вашим внутренним устремлением вернуться домой, к Богу, которое было изначально с вами и которое и сейчас присуще вам. Нужно просто вспомнить о своей первой любви и идти.